Знаешь, я использую утренние прогулки или вечерние для того, чтобы рассказать Богу, что со мной происходит. Ну, Господи, вот чтобы как в открытое пространство, каждое утро, вернее, каждый вечер, чтобы была такая смиренная, неконтролирующая, тихая просьба и изливание своих глубинных состояний Богу, как нашему Высшему Я. Вот в этом переходе с мифологического уровня сознания на рациональный, когда мы начинаем осмысливать там, что Бог – это то или это, и что это какое-то что-то правильное, неправильное, пережиток, религиозное, мы теряем связь с какой-то глубинной частью самих себя. Моя глубинная часть, не глубинная часть меня, а моя глубина – это и есть Бог. Кто-то называет это коллективным полем, кто-то бессознательным, кто-то душой. Но единственный способ, мне кажется, один из немногих способов наладить эту связь – это вновь начать вот как-то произносить слова от сердца Высшему и Большему, чтобы мы не понимали под этим словом. Но анонимные алкоголики в этом смысле и наркоманы – самые прекрасные люди, потому что они употребляют выражение Бога, как мы его понимаем, не нагружая его сильно каким-то религиозным смыслом. Ну, можно как-то нагрузить, но мне хотелось бы, чтобы те люди, кто ни разу не пробовал молиться вот так чисто от души, со слезами, мне, знаешь, со слезами даже молилась иногда. Вот когда доходишь до чего-то очень сокровенного, глубокого, оно происходит как-то со слезами, я не знаю как. Вот. Но чем там внутри держать и защищать свою душу от всех, как будто они плохие и опасные люди, можно ведь начинать молиться. Ну, правда ведь. Я тоже испытываю, знаешь, какое-то смущение, когда что-то сокровенное начинаешь людям рассказывать, они смотрят там, ага, да-да-да-да. Но лучше я буду открытым, уязвимым, и, может быть, мне какой-то плевок или камень полетит, чем мне держать вот это все внутри и быть типа умным. Но это не умность. Быть закрытым – это глупо. Быть открытым – это смело. Я выбираю быть открытым. Поэтому давайте пробовать молиться. Но не так молиться, как раньше. Мы молились, когда нам говорили, какой Бог, какие слова надо говорить. Давайте молиться, как будто бы мы говорим этому великому, божественному, неизреченному. Вот знаете, люди некоторые говорят «спасибо жизни». Это молитва. Мне кажется, благодарность – это молитва, любовь – это молитва. Если ты увидел не меньше, чем божественное измерение в другом человеке, то разлюбить невозможно. Если ты влюбился в тело, в то, что человек какую-то твою потребность удовлетворяет, то на это можно найти замену. Вот когда видишь божественное измерение в человеке, ну, разлюбить невозможно. И тогда молитвой может быть глубокий разговор с другим человеком. И тогда мы вот сели впятером там, или шесть, или семь человек, и мы просим как бы Бога. Но Бог проявлен вот здесь, в пространстве открытости наших сердец, в пространстве бесцензурности, в пространстве, когда мы можем не изображать ничего из себя, а быть собой вполне. Не пытаться быть не собой, производить впечатление. Вот он, Бог. Открытое пространство сердец. Если двум человекам удается это найти, это уже божественное измерение. А
а если 5, а если 7? Мне кажется, любые религиозные там или какие-то там духовно ищущие группы возникали именно так. Но потом очень быстро превращались в организации со своими правилами, амбициями. Вот. Хранить пространство чистым в принятии, без масочности, в почтении друг к другу. Это, мне кажется, ну, высший пилотаж, но это и показатель здоровой личности. Как только наше маленькое «я» сжимает нас, типа «они против меня, они все что-то от меня хотят», каков договор наших отношений, за какую работу я получаю, какие деньги, каковы мои должностные обязанности, я как жена делаю, я как муж делаю, вот, это мои обязанности, это твои. Вот договор есть, а что-то очень важное, живое уходит. Поэтому мне хотелось бы, чтобы... Уважаемый гость, экологическая остановка 1 минута. Мне хотелось бы, чтобы мы все, особенно вы, родные мои люди, научились хранить чистое пространство, доверие друг с другом. Я выбираю быть открытым, не вычисляющим, не доминирующим. Я выбираю любовь. И если каждый будет выбирать любовь, уступание, заботу, и самое главное, чтобы этот огонь хранился, чтобы он не был импульсивным, то как-то нам всеми полегче будет жить. Я понимаю, что то, что я говорю, это благочестивая белиберда. Но в этом нет смысла. В этом есть душа, но в этом нет смысла. Это очевидные вещи. Но здесь вот на высоте там, 1000 метров над уровнем моря, мне хочется почему-то это сказать. Мне как будто здесь хочется заключить завет с жизнью, с Богом. Еще разочек. Еще разочек решиться на то, чтобы... Не защищаться, а любить. Не потреблять, а отдавать. Не привязываться, а отпускать. Ну, просто научиться жить душой и сердцем. А сердце и душа, они за всех. Они не против кого-то. Ну вот и все это такое вот, ну, от души, но без смысла.